Привет! Всем известно, что несмотря на всю красоту окружающего нас мира, иногда он может быть разрушительным, а порой даже убийственным. В этом выпуске природные катаклизмы 2020 года. Вологодская область. Смерч. Кадры редкого для этой местности природного явления были сделаны в Тарнакском районе. К счастью, обошлось без жертв, воронка прошла в стороне от жилых домов. Тем не менее, известно, что в результате разгула стихии пострадало множество деревьев, среди которых оказалась 145-летняя сосна, внесенная в Национальный реестр старовозрастных деревьев. Рука Господня. Жители США могли наблюдать эффектное природное явление, вызванное ураганом и грозой. Облака выстроились так, что одним привиделась рука Кремля, а другим Божья ладонь. А что видите вы? Пишите варианты в комментариях. Огненный торнадо, Калифорния. Национальная метеорологическая служба обратила внимание на появление над пожаром так называемого пирокумулятивного облака. Это облака, вызванные пожаром или вулканической активностью. И успела оповестить местных жителей и пожарных об угрозе формирования огненного торнадо и усиления ветра до 27 метров в секунду. Надо отметить, что метеорологическая служба впервые опубликовала предупреждение такого рода. Людям, оказавшимся в непосредственной близости к стихийному бедствию, рекомендовали немедленно укрыться в подвалах или на нижних этажах наиболее крепких зданий. В результате никто не пострадал. Бенгальский залив, шторм. В Бенгальском заливе на густонаселенные районы Индии и Бангладеш обрушился суперциклонный шторм, или, как его называют индийские метеорологи, суперциклон Ампан. Скорость ветра вблизи его центра составляла около 240 км в час. Ампан представляет серьезную угрозу для населенных пунктов на северном побережье Бенгальского залива. Индия и Бангладеш эвакуировали более 2 миллионов человек, чьи дома находились в потенциально опасных районах. Ситуация усложнялась тем, что Амфан обрушился на регион в разгар пандемии, что грозит не только массовыми жертвами и разрушениями, но и создает риск возникновения новых очагов заражения коронавирусом. В результате обрушения мощного циклона погибли по меньшей мере 14 человек и были разрушены тысячи домов. Смерч в Сочи. Водяной смерч, образовавшийся в акватории Черного моря вблизи Меретинской низменности, вышел на пляж и набережную. Произошло это около полудня, после чего смерч быстро распался. Никто из людей не пострадал. Thank you.
Западная Украина, наводнение. Проливные дожди подняли уровни рек и вызвали паводки. Преимущественно пострадала территория Карпатских гор, Прикарпатья и Закарпатья. Увы, без жертв не обошлось. Погибли 39 человек, разрушены здания и пострадала инфраструктура. Италия. Торнадо в Соленто. Торнадо обрушился на пляж, воронка разметала зонтики, лежанки и киоски. Отдыхающие были сильно напуганы. Некоторые убегали в панике, а в результате несколько человек получили легкие травмы. Индонезия. В индонезийской провинции Центральная Ява произошло извержение грязевого вулкана, который не проявлял активности в течение последних 3 лет. Выбросы грязевых масс достигли нескольких десятков метров в высоту и имели сильный запах серы. Во время инцидента 4 мужчин пасли буйволов недалеко от места извержения. После вдыхания опасных паров почувствовали слабость и были доставлены в больницу. Во время извержения грязевого вулкана погибли 18 буйволов. Ну а на сегодня это все. Всем спасибо за внимание, оставляйте комментарии и не забывайте подписываться на канал.